Уважаемые коллеги, это Атомтолк, та уникальная площадка в пространстве огромной страны Росатом, где ее самые мудрые, самые сильные, самые яркие, дерзкие и перспективные люди вещают и рассказывают, делятся своими историями о том, как они стали в Росатоме теми, кем они смогли стать, как Росатом стал для них той компанией, которая воплощает все их самые мощные амбиции и развитие. Здравствуйте, меня зовут Сергей Гиль, и сегодня я, доктор наук и профессор, с большой радостью представляю вам, коллеги, очень важную, трепетную тему атомной науки. Атомная наука овеяна большими тайнами, атомная наука всегда вызывает совершенно разноречивые ощущения и ассоциации, и поэтому тем более важно, что сегодня мы с вами будем вести разговор об атомной науке с участием моих замечательных, уважаемых коллег, который фактически как будущий большой диссертационный совет большой серьезной компании «Росатом» сегодня восседает на своих креслах, дабы услышать друг друга, дабы представить все свои самые ценные, интересные мысли. Итак, дорогие коллеги, я хочу вас познакомить с нашим сегодняшним почти диссертационным советом. Наши сегодня уважаемые гости и спикеры в студии. Итак, знакомимся. Позвольте, я сегодня представлю их пока только по именам. Ибо их фамилии вы должны будете запомнить в ходе выступления, а все, чем они будут известны, вы будете узнавать в ближайшие десятилетия. Итак, знакомимся. Мария. И я думаю, наши уважаемые коллеги, члены диссертационного совета, нужно поддержать коллегу аплодисментами. Мария.
Андрей. Он самый молодой в этой компании выдающихся перспективных ученых. Алена. Илья. И самый опытный рефлексирующий специалист Егор. Я не буду раскрывать сразу все тайны того, кто эти люди, чем они занимаются. Они сегодня поведают об этом вам сами. Но самое главное, уважаемые наши слушатели, а сегодня уважаемые коллеги, члены нашего диссертационного совета ваших будущих диссертаций и диссертаций тех, кто сейчас находится в студии, у нас на связи Томск и Екатеринбург. У нас сегодня вместе с нами работают в этом большом, интересном телемосте и большом телепроекте Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. И ваши коллеги, те самые будущие соискатели, те самые кандидаты наук, ученые, технологи, обязательно наверняка сегодня находятся в студиях, и поэтому я предлагаю уважаемых коллег поприветствовать. Коллеги, доброго вам дня. У кого-то уже фактически послеобеденное время. Томичи у вас плюс 4, а в Екатеринбурге плюс 2. Мы вас приветствуем и надеемся, что сегодняшнее наше научное собрание доставит вам также удовольствие, и мы вам желаем сегодня быть очень активными, и поэтому давайте начнем сразу знакомиться. Уважаемые коллеги, мои коллеги по совету, я предлагаю запустить прямо сейчас программу «Голос Росатома» для того, чтобы мы позадавали нашим уважаемым коллегам вопросы, для того, чтобы мы узнали, кто они, какие организации, мы уже узнали, они представляют, сколько им лет, какие они роли, что они знают о компании «Росатом» и вообще, что они думают. Потому что, когда мы учимся в университетах, мы ведь на самом деле не успеваем задуматься о тех действительно глобальных компаниях, которые могут стать для нас почти родными. Итак, уважаемые коллеги, у нас голос Росатома, шифр, пароль, код 42141. Добро пожаловать, голосуйте, и скоро мы узнаем, кто мы, участники сегодняшней встречи. Ну а пока наши участники голосуют, давайте все-таки немножечко познакомимся. Итак, дорогие мои коллеги, добро пожаловать. Маленький спич. Три слова про себя. Итак, начинает. Оп, и видите, наши коллеги уже в напряжении, поэтому нужно разминать. Итак, Андрей, вы в нашей истории доктор, вы сидите правильно, поэтому итак, Андрей, здравствуйте. Три слова про себя. Да, здравствуйте. Старший научный сотрудник, почти кандидат технических наук, я надеюсь. Очень люблю заниматься инновациями и различными разработками. И вам сколько лет? Мне 27. Ему 27 лет, и с Андреем мы уже поспорили, что, в общем, когда мне было 27, у меня уже было без почти кандидат наук. И поэтому у нас есть вызов, у нас есть повод встретиться и отметить вашу кандидатскую. Итак, добро пожаловать, Андрей Жуков. Мария, два слова о себе. Научный сотрудник, низкотемпературные сверхпроводники, высокие технологии. Какая непростая аббревиатура и ассоциация. Хорошо, тогда оставим интригу, и вы чуть позднее расскажете всем, что же это все обозначает. Я прошу сейчас присоединиться к диалогу Илью. Илья. Ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук. Занимаюсь программированием разных интересных вещей, о которых расскажу несколько позже. Отлично. Итак, в нашем научном цеху добавилось. Алена, добро пожаловать к нам. Три слова про себя. Здравствуйте. Я инженер, люблю науку, физику, математику и очень активный человек, позитивный. Отлично. Люблю науку, физику, математику. Это вас движет, это вас вдохновляет? Да. Ага, и то есть сегодня вы с нами поделитесь теми вашими глобальными целями, которые вы обязательно при помощи физики и математики воплотите, да? Конечно. Отлично. Алена, скажите, а как вы думаете, почему ваши коллеги так напряжены? Посмотрите, у мужчин лица фактически нет. То есть большие ученые, будущие кандидаты и настоящие фактически испытывают чувство прямо вот такого внутреннего волнения. С чем это связано, как думаете? Не знаю. Мне кажется, они должны посмотреть сейчас на меня, посмотреть на мою улыбку и отвлечься. Давайте спросим в этой связи Егора. Егор, как вы думаете, сначала про себя три слова, а потом ответьте нам на вопрос, а чего ученые, умные молодые кандидаты и будущие кандидаты так переживают, когда оказываются перед экраном большого телевизора, но там внутри? Егор. Если о себе, я работаю в НИИ «Графит», занимаюсь
много чем связанным с материаловедением неметаллических композиционных материалов и наноматериалов. Начальник лаборатории, люблю учить и учиться. Почему люди нервничают вот так перед экраном? Ну, я не знаю, я лично не сильно напряжен, это грим просто такой, наверное, неудачно. Ну, может быть, или, ну, я не знаю, я себя в гриме не видел еще. Ну, так почему нервничать? Ну, потому что это действительно всегда большая ответственность выступать перед молодежью и сидеть перед молодежью. То есть я не думаю, что мы здесь прям какой-то диссертационный совет, наоборот. Здесь экзаменуют нас, наверное, те ребята, вот, которые сидят. А смотрят. Знаете ли вы, уважаемые коллеги ученые, что одна компания очень долго проводила исследования и уточняла вопрос, какие же страхи есть у людей и какие из них доминируют. Так вот, уважаемые коллеги, страх публичных выступлений оказался по уровню выше, чем страх смерти. Что обозначает следующее? Представьте себе ситуацию, вы находитесь на очень важной панихиде. Так вот, человеку иногда психологически проще оказаться в качестве главного героя панихиды, чем выступить на речи с этой панихидой. И поэтому я вам сегодня желаю прорвать этот очень опасный круг. И мои уважаемые коллеги-студенты, на самом деле, уважаемые коллеги-преподаватели, мир науки тем и интересен, что он всегда погружен в себя. Наука интровертирована, потому что она погружена в свой предмет. И, конечно, когда мы выходим во внешний мир и хотим этому внешнему миру рассказать о том, что мы делаем, мы испытываем определенные тревоги и волнения. Поэтому, уважаемые коллеги, я прошу вас сегодня максимально поддерживать наш диссертационный совет будущих великих открытий. Уважаемые коллеги, предлагаю вам поддерживать друг друга. Можете иногда поднимать стакан воды, чтобы в горле не пересохло. И я вам желаю удачи. А я сейчас предлагаю узнать, кто же сегодня собрался в студиях. И если наши уважаемые коллеги нам сейчас уже покажут слайды голосования на голосе Росатома, то мы и увидим, да, и поймем, для кого мы сегодня говорим. Коллеги, итак, у нас сегодня с вами... Какая интересная география, слушайте. Ну, понятно, что в городе Екатеринбурге и в городе Томске люди учатся и находятся из разных городов России. Я думаю, что сейчас коллегам из Нижегородской области особенно приятно, кто узнал про себя. Вот, да, ведь Андрей Жуков, вам же уже приятно, у вас же там уже сидят вот фактически товарищи-соотечественники. Андрей из славного города Нижнего Новгорода, поэтому его нужно поддерживать в Нижегородском. Итак, у нас сегодня вот такая аудитория. Давайте пойдем дальше. Следующий слайд. Сколько вам лет? Ну, слушайте, я хочу сказать, что чудесная аудитория. Все те, кто 31, вы попали в гости к нам. А вот все те, кто 17, 18 и 19, уважаемые коллеги, перед вами сидят фактически корифеи, мастодонты, мэтры будущей атомной науки, потому что им уже 27 и 32. Это фактически возраст, который для вас, тех людей, которым сегодня 18, 19, 17, недостижим. Поэтому, дорогие товарищи спикеры, будьте добры, когда вы сегодня будете выступать, помните о том, что вы, с одной стороны, уже на целых 10 лет старше тех, кто вас слушает, и это весомая разница, но, с другой стороны, именно вы сегодня вдохновляете на подвиги. Движемся дальше, коллеги. Следующий слайд. Кто вы? Это, видите, какая интересная история. Мне кажется, что это очень важная научная гипотеза. Вот смотрите, очень медленно появляются квадратики, и мы видим, что у нас сегодня в студиях руководители. Уважаемые коллеги-руководители, мы вас приветствуем, и мы уверены, что сегодняшние спичи наших уважаемых экспертов, они вызовут у вас приятное чувство уважения. Уважаемые коллеги, студенты, нам также приятно общаться с вами, потому что сегодняшняя встреча – это возможность увидеть перспективу своего развития в диалоге глаза в глаза с теми людьми, которые похожи на вас. Итак, спасибо огромное. Мы сейчас завершаем этот этап презентации, мы вернемся к чему-то чуть-чуть позже. Я прошу наших уважаемых коллег голосовать, и это очень важно, потому что есть очень важные вопросы. Ну а, дорогие друзья, нам самое время начать. Самое время начать для того, чтобы представить тему атомной науки нашей уважаемой аудитории. И самое главное, коллеги, то, что мы с вами сегодня делаем, видят уважаемые коллеги-студенты и руководители, но одновременно это стало достоянием всей социальной сети в интернете, и это будет жить в течение ближайшего года, как ваш большой привет
ваш большой вызов, ваше важное сообщение человечеству. Поэтому я желаю вам сегодня сделать свое сообщение таковым, чтобы вы, оглядываясь сквозь годы, испытывали большое чувство приятных воспоминаний о сегодняшнем дне. Итак, уважаемые коллеги, мы начинаем. Наш формат очень прост. У каждого из наших коллег есть всего не более 7 минут для того, чтобы представить свое понимание атомной науки и свое понимание истории в ней. И поэтому я приглашаю на нашу импровизированную сцену первого спикера. Итак, Мария, добро пожаловать. О, я прошу прощения, я смотрю на вас, понимаете, я должен был вызвать Алену. Алена, добро пожаловать, спасибо вам огромное. Отлично. Итак, Алена, вы готовы? Да. Отлично. Добро пожаловать. Добрый день. Я Алена. Работаю во Всероссийском научно-исследовательском институте автоматики имени Духова. Я инженер, и моя работа связана с аппаратурой импульсного нейтронного коротажа на основе импульсного нейтронного генератора. Данная аппаратура является способом для изучения породы и чтобы узнать, сколько же нефти и газа у нас находится в недрах Земли. А в основном я занимаюсь моделированием нейтронно-физических процессов. А что было до? Хочу вам рассказать про свой путь от школьной скамьи до инженера атомной области. Я родилась и выросла в маленькой деревне Горномарийского района Республики Мариэл в семье фермеров. В старших классах я интересовалась физикой и математикой. А как-то мы проходили атомную физику, и меня это так сильно заинтересовало и завлекло, что я стала искать информацию, где же применяется данная область науки, искала в интернете. Мне попадались статьи про Росатом, про реакторы, про атомные станции и так далее. И я стала уже искать вузы, которые обучают такой специальности. Так как я очень хотела попасть в Москву, учиться и работать в Москве, поэтому я сразу же все свои документы подала на московские вузы. Так я стала учиться, пришла в научно-исследовательский институт ядерной. Я пришла в университет, научно-исследовательский ядерный университет МИФИ, подала все документы на бакалавриат, и мне сказали, что моих баллов достаточно, и на выбранную специальность я подхожу. Так я стала учиться и работать на кафедре прикладной ядерной физики по специальности ядерная физика и технологии. Слайд. Вот. Параллельно я училась, работала. Получается, в третьем курсе уже время пришло искать стажировку. Думала, куда же идти, зачем, куда, какие области. Благо, наша кафедра уже сотрудничала со многими работодателями. И поэтому и одним из них был в ГУП ВНИА. Благо, одно из предприятий находилось в двух станциях метро от моего учебного заведения. И поэтому я сразу же все заполнила анкету на сайте работодателя. И через 1-2 месяца меня позвали на собеседование и уже приняли на стажировку. Получается, я 5 лет во ВНИА, из них 3 года я стажер. Параллельно также я писала научные работы, диссертации и параллельно для бакалавриата и магистратуры. И, конечно же, их все защитила на отлично. Также мне хочется сказать, что стажировка в Росатоме — это такая очень классная возможность. Получается, сотрудничество университета, предприятия, где я получаю теоретическую базу
уже в НИЯУ МИФИ, а практические навыки отрабатываю на предприятии Росатома. И что же для меня Росатом? Что дает для меня компания? Я очень старательный работник, очень такой перспективный, работаю на результат. И хотелось бы сказать, что я еще, будучи стажером, налаживала связи с коллегами, и получается, как только я пришла на работу, я уже всех знала, и мне было комфортно в данной обстановке. И также я очень активный человек, как уже можно понять, поэтому я свою энергию трачу на совет молодых специалистов, куда вхожу, и после работы, во время, стараюсь уделить внимание именно активной жизни. Также мне очень нравится, что в нашей компании стабильно, есть много социальных возможностей, такие как спортивные мероприятия участвовать, большой социальный пакет, медицина и так далее. И что еще хочу сказать? Наверное, то, что... Так. Что же будет дальше? Куда иду, зачем? Вот у меня вот спрашивают, что ты делаешь в Росатоме, что делаешь? А я говорю, что для меня это очень классная возможность. И это очень ценно, и хотелось бы сказать, что не теряйте времени, идите дальше, идите вперед, развивайтесь, потому что если бы меня спросили, что будет дальше, я бы сказала, наверное, банально, время покажет. Но мне кажется, оно ничего не покажет, если ничего не делать, стоять на месте, не ставить себе целей. Потому что я человек амбициозный, ставлю себе цели, задачи, развиваюсь. И поэтому вот я стою в этой аудитории и хочу вам сказать, что будьте живыми, будьте радостными, развивайтесь, не оставайтесь на месте, будьте активными, спрашивайте, ставьте цели и идите только вперед. Отлично. И я предлагаю сейчас сделать тебе большие аплодисменты, Алена. Итак, это Алена Якшанова. Алена, как быть первой? Легко ли, тяжело ли быть первым спикером? Волнительно, знаете. Наверное, ну, скажи мне, что ты забыла сказать, если сейчас отмотаешь назад? Знаете, я бы хотела сказать большое спасибо кафедре прикладной ядерной физики. Она мне очень помогла, потому что там были замечательные преподаватели, которые помогли... намекнули, что можно идти в Росатом, почему бы нет. И я бы хотела, ну, сказать спасибо. И спасибо своим родителям, что они меня отпустили в Москву. Отлично. Спасибо тебе огромное, Алена. Ален, выдыхай. Ты выполнила свою первую миссию, ты открыла сегодняшние очень непростые дебаты. Сейчас наши коллеги в студиях, конечно же, оценивают, как ты выступала, что ты сделала. Но мы всегда говорим, ребята, вы достигнете своего уровня, а потом добро пожаловать к нам. И дай бог, чтобы у вас получилось все и больше. Тем более, что сегодня мы обязательно расскажем, что все студенты, которые сейчас находятся в студиях, мы вас приглашаем точно так же принять участие в конкурсе спикеров компании «Росатом». Об этом чуть позже. Итак, а я хочу, чтобы сейчас к нам пришел человек, который точно так же, как Алена, увлечен своим предметом. Илья, добро пожаловать. Студия и сцена ждет тебя. Илья, человек, увлеченный своим предметом. И что очень важно, так же, как в диалоге с Аленой, этот предмет движет Ильей вперед. Илья, успех в тебе. Добрый день. Меня зовут Иванов Илья. Я ведущий научный сотрудник в Институте по эксплуатации атомных электростанций. В НИАЭС. Это филиал концерна «Росэнергоатом», который занимается
задачами, связанными с расчетной и научной поддержкой эксплуатации действующих у нас по стране атомных электростанций. Я хочу рассказать вам о том, как я пришел в науку и, собственно, в атомную отрасль, но начну немного издалека, с детства. Я вырос в маленьком поселке на Камчатке, довольно далеко от цивилизации, от крупных городов. Но так сложилось, мне повезло, и в довольно раннем возрасте, благодаря моим родителям, у меня появился первый компьютер. Конечно, тогда компьютеры были не такие, и компьютеры были большая редкость. У каждого в кармане не было компьютера. Но у этого компьютера был цветной монитор тогда уже. Я был ребенком, и, естественно, меня заинтересовали компьютерные игры. И я увлекался компьютерными играми, много играл, что, в общем, естественно для ребенка в моем возрасте. Но со временем мне стало не так интересно мочить чертей, убивать монстров и так далее. И мне стало интересно, а как это все работает? А почему картинки движутся? А какие математические модели лежат в основе, собственно, геймплея? Почему игра так затягивает? Что туда разработчики заложили и так далее? И я начал интересоваться, читать книжки, связанные с программированием, пытаться что-то писать. Спустя какое-то время писать простые компьютерные игры. И к концу школы меня уже довольно мало интересовала учеба. И вся голова была забита тем, чтобы написать какой-нибудь классный трехмерный движок для компьютерной игры. И в особенности в то время была интересна популярная тогда развивающаяся тема создания онлайн-игр, в котором в одном большом мире могло существовать сотни, тысячи и десятки тысяч игроков, которые взаимодействовали друг с другом, общались. Это все было очень сложно, интересно и захватывающе. Но время шло, школа заканчивалась, надо было думать, что же делать дальше. Надо было идти куда-то учиться, надо было думать о том, где я буду в будущем работать, а думать об этом не хотелось, потому что у меня было увлечение, и как-то отвлекаться на что-то другое не хотелось, скажем так. И поэтому я по совету старших товарищей, не сильно долго думая, пошел в Московский инженерно-физический институт на кафедру теоретической экспериментальной физики ядерных реакторов и начал там учиться. Не то чтобы я знал, чего я хочу, но там были очень классные преподаватели, этот процесс был интересен, хотя внутри, в душе был какая-то такая... Такое ощущение первые пару лет, как будто я занимаюсь чем-то не тем. То есть я мечтал быть программистом, хотел творить, создавать что-то, а изучал общую физику и абсолютно не понимал, а что с этой физикой делать. Нам никто не рассказывал, куда мы можем пойти работать, чем мы можем заниматься, кому мы будем нужны с этой физикой. Наверное, подливало масло в огонь еще то обстоятельство, что в те годы, общаясь со старшими товарищами, которые закончили институт на несколько лет раньше нас, ну то есть они учились почти 20 лет назад, я видел, что большинство людей не идут в атомную отрасль, не идут в науку, потому что в то время физики не платили, и все было довольно плохо. Но мне так повезло, что я как раз попал в тот переломный момент, когда ситуация начала резко меняться. Вдруг начали появляться деньги в науке, вдруг Росатом начал проявлять активность, привлекая студентов к интересным задачам и предлагать зарплату за эти задачи. И что самое важное, в это время у нас начались кафедральные предметы. И преподаватели с моей пятой кафедры, кафедры теоретической экспериментальной физики ядерных реакторов, начали читать нам курсы по физике реакторов. И они читали эти курсы с такой любовью, с таким интересом, что эта любовь и интерес передалась нам, передалась мне. И я до сих пор в очень хороших отношениях со своими преподавателями, общаюсь с ними. Еще мне помогло то обстоятельство, что в то время я подрабатывал на кафедре в институте системным администратором, но я же хорошо владел компьютерами, чинил компьютеры своим преподавателям. И это позволяло мне довольно много времени проводить в институте в неформальном общении со своими преподавателями за чашкой чая и получать от них жизненный опыт. И это были классные времена. И еще один важный момент произошел еще немного позже, когда у нас на кафедре начались специализированные предметы, индивидуальные занятия, связанные с практикой, курсовыми проектами, дипломами и так далее. Потому что когда
тебе ставят задачу, у которой есть разные способы ее решения, то ты волен искать свой путь решения, по которому, например, не пошел никто. И тогда я увидел, что я могу использовать свои знания и навыки, связанные с программированием, которые я получал вне стен института, для задач, которые передо мной ставит образование и ставит физика ядерных реакторов. И я начал программировать задачи, связанные с физикой реакторов. Затем я обнаружил, что моих навыков программирования не так уж и много, и, в общем, мне есть еще чему учиться, и я могу стать лучше. Появились интерес к тому, чтобы развиваться и в программировании, и в физике параллельно, для того, чтобы решать более сложные задачи. И так, совершенно незаметно, спустя 10 лет я оказался ведущим научным сотрудником во ВНИАЭС. Такой плавный процесс роста. И сейчас занимаюсь тем, что разрабатываю уникальный для России и для мира в целом программный комплекс, который предназначен для расчетов параметров безопасности и для моделирования переноса частиц в ядерном реакторе на графических процессорах. Ну, поскольку молодым людям не очень понятны все эти слова, я попытаюсь пояснить, что же это такое и что такое, в частности, графические процессоры. Любой современный компьютер, в любом современном компьютере стоит процессор, который выполняет программы и производит расчеты. Однако часто в современном компьютере, помимо этого, установлена специальная плата, называемая видеокартой. На этой плате стоит свой отдельный процессор, который, как правило, используется для того, чтобы быстро обсчитывать большие объемы трехмерной графики. Затем эту трехмерную графику с высокой частотой кадров выводить на экран и показывать картинку. Однако, как оказывается, особенности этих процессоров можно использовать для того, чтобы решать самые разные прикладные задачи из разных областей науки, математики, физики, химии, чего угодно. При этом получая эффект в виде увеличения быстродействия расчетов в десятки, а иногда и в 100 раз. Таким образом, вместо того, чтобы, например, покупать дорогостоящий суперкомпьютер, который занимает целый шкаф, мы можем купить обычный персональный компьютер, поставить туда хорошую профессиональную видеокарту и поставить этот компьютер, например, сотруднику отдела ядерной безопасности на атомной станции. И он, используя этот компьютер, может решать задачи, которые раньше требовали бы для решения дорогостоящих суперкомпьютеров. И сейчас эта идея, над которой работаем довольно приличное количество лет, выродилась в то, что у нас есть программа, которая внедрена на Ленинградской атомной станции, внедрена в концерне «Росэнергоатом», и по ней я защитил диссертацию, и мы дальше ее развиваем. Но почему стало возможным создание такой уникальной вещи, которой нет аналогов в мире? Это стало возможным потому, что в одном месте и в одном время собрались разные компетенции и разные способности. В моем случае эти были знания и компетенции в области физики ядерных реакторов, знания и компетенции в области высшей математики, современной высшей математики, и знания и компетенции в области IT-технологий, программирования и работы с современным железом. Соединение всего этого вместе в одной голове и дало возможность создать уникальный продукт, не имеющий аналогов. Ну и напоследок, подытожив, так сказать, свой рассказ и то, к чему я пришел, мне бы хотелось дать несколько советов для молодых ребят, которые ищут, куда себя применить, кем они хотят стать, возможно, пойти в будущем в науку, а может быть еще куда-то, которые, возможно, им помогут найти дело своей жизни, которым они загорятся. Во-первых, никогда не забивайте и не бросайте занятия, которых вам нравятся и которые вас увлекают. Даже если вам говорят, что есть что-то более важное, что-то более нужное, старайтесь какое-то время уделять тому, от чего вас прет и что ваше любимое. Второе, попробуйте взять все то, чему вас научили в школе, научили или научат в институте, на каких-то курсах, и присоединить к этому все ваши любимые занятия, хобби, увлечения, то, что вам нравится, и то, что является вашей индивидуальностью. И тогда, возможно, посмотрев по сторонам на проблемы, которые вас окружают, задачи, которые перед вами ставят, собрав все это вместе, вы сможете увидеть пути решения этих проблем и задач, которые не видит никто другой. Потому что, ну, просто в силу своей индивидуальности. И, возможно, одно из таких решений станет делом вашей жизни,
которым вы будете заниматься, очень увлеченно, и поэтому сделаете его хорошо и достигнете больших результатов. И, наконец, третье, последнее, но не менее важное, не всегда проявляйте инициативу. Все предыдущее может ни во что не вылиться, если вы не будете проявлять инициативу. Предлагайте свои идеи научному руководителю, предлагайте свои идеи начальникам, коллегам, заказчикам, кому угодно. И тогда все это вместе, возможно, во что-то выльется. Ну, почти наверняка во что-то выльется, если вы будете заниматься этим, отдавая всю душу этому. И запомните такую простую вещь, что большинство современных классных вещей создается благодаря молодым, гибким, инициативным мозгам и тому, что мы все люди разные, у нас у всех разный опыт, индивидуальный опыт. И когда этот разный индивидуальный опыт собирается вместе в большом коллективе, например, на каком-нибудь из предприятий Росатома, что постоянно происходит, то эти разные люди создают вместе уникальные вещи. На этом у меня все, спасибо. Спасибо, это Илья Иванов и ваши аплодисменты. Илья, вот меня сейчас прет, как ты сказал, потому что мой научный руководитель, великая Мининур Ахметхановна Гологузова, подарила мне самую любимую тему моей жизни, она называется самобилизация. И я всю жизнь занимаюсь тем, что помогаю людям раскрывать потенциал и его применять. Скажи, пожалуйста, дружище, а когда твоя докторская, которая станет очень важной вершиной достижения и воплощения вот тех своих главных любимых тем? Ну, работа над ней уже ведется, надеюсь, года через три. Итак, кирпич будет на столе. Кирпич будет на столе. Ребят, я предлагаю состязаться. Вот там Андрей 27, вот здесь Илья, и ему будет 35. Да? Ну, тогда будет 35, да. Тогда будет 35. Года. Итак, я желаю нам встретиться здесь, в тот день, когда Илья защитит докторскую и расскажет нам, уважаемые коллеги, как вот эта уникальная способность любить то, что тебя торкает, и работать, внимание, вместе, где встретились разные компетенции, дает тебе такие колоссальные возможности. Илья Иванов, еще раз ваши аплодисменты, и это очень приятно. Коллеги, и самое главное, Илья, вам, мне кажется, уважаемые наши слушатели, сейчас подарил тоже очень важные ассоциации в ответе на вопрос. Там наши коллеги отвечают на вопрос, а какие у вас будут будущие профессии? И сейчас Илья сломал, наверное, все линейные логики, потому что у него нет профессии, у него набор компетенций. И если сейчас Илью попытаться заставить языком формальным ответить на вопрос, как называется его профессия в соответствии с классификатором профессии Российской Федерации, то, ой, какую-то часть своей профессии он будет вынужден отпилить. Мы к этому вернемся. А сейчас, уважаемые коллеги, от почти самого мудрого мы перейдем к самому дерзкому и молодому в нашей аудитории. Я хочу пригласить на нашу сцену уважаемого Андрея Жукова. Андрей, добро пожаловать. Уважаемые коллеги, добро пожаловать, человек из ЦОДА. Меня зовут Андрей Жуков. Я старший научный сотрудник лаборатории ультразвуковых методов и метрологии Института неразрушающих методов исследования металлов АО НПО ЦНИТМАШ. После такого объявления обычно возникает вопрос, а что же такое вообще неразрушающий контроль? Упрощенно говоря, неразрушающий контроль — это совокупность операций, позволяющая оценить целостность объекта, будь то корпус реактора, трубопровод или даже человеческая кость. Методы неразрушающего контроля, которые применяются, могут выявить различные дефекты, например, трещины. Если проводить аналогию, то здесь будет уместно сравнить нашу работу с работой врача-диагноста. Он, тщательно осмотрев пациента, просветив его на рентгене, возможно, даже сделав УЗИ, понимает состояние пациента. При этом те технологии, которые он использует, чтобы оценить, нет ли перелома кости, провести УЗИ, оценить состояние мягких тканей, внутренних органов, мы используем, чтобы оценить целостность изделий из стали различного класса, композитных полимерных материалов и прочего. Современные тенденции же эксплуатации оборудования, помимо этого, требуют применения риск-ориентированного подхода. То есть они, мы должны учитывать влияние и степень и вероятность различных факторов на объект. Возвращаясь к медицине, чтобы провести аналогию, мы знаем,
что в 20, в 30, 50 и даже в 70 и более лет на человека воздействуют разные факторы. У него есть разные сопутствующие заболевания, разные состояния, разные привычки. На основании чего опытный врач может сказать о продолжительности жизни пациента, то есть оценить его остаточный ресурс. Та же аналогия применима и к объектам из металла, как в атомной отрасли, так и промышленности в целом. Однако, если у человека есть кардиобраслет, который позволяет нам сказать пульс и прочие параметры, то с трубопроводом достаточно сложнее. Чтобы решить эту проблему, нам нужно выйти из горизонта известных решений и направиться на поиски еще неизвестного нам подхода. Помимо этого, да, необходимо понимать практические и социальные потребности общества. Поэтому сегодня я делаю первые шаги в инновационной деятельности. То есть не только этап идеи исследований, но и понять, какое практическое применение и, конечно, реализация продукта. В Росатоме этому способствуют различные инструменты. Есть конкурс аванпроектов, различные неокры, в которых мы участвуем, научные работы, конкурс «Инновационный лидер атомной отрасли», проходящий ежегодно. Все это позволяет мне оставаться не только в поле познавательной исследовательской деятельности, но и двигаться вперед, развиваться и применять имеющуюся у меня базу уже на практике. Каким образом же я занимаюсь сейчас, что это позволяет мне это делать? Мне 27 лет. Я родился в Нижегородской области в семье инженеров. Далее была средняя школа, где нам дали основную базу. После чего я поступил в Центр одаренных детей, лицей-интернат в Нижнем Новгороде. Там, помимо отличной фундаментальной базы и знаний, нам привили любовь к труду, упорству и научили работать в экстремальных ситуациях. Полученные знания позволили мне поступить в МГТУ имени Баумана на кафедру технологий сварки и диагностики, где я провел 6 замечательных, познавательных, увлекательных лет. Мне нас учили не только труду, мужеству и упорству, но и основам научно-исследовательской деятельности. Сейчас, помимо основной своей работы, я являюсь аспирантом в МГТУ имени Баумана по направлению методы контроля и диагностика. Надеюсь, что в ближайшем времени мне удастся защитить свою кандидатскую диссертацию. Молодым коллегам я бы хотел посоветовать, что не нужно бояться и нужно пробовать себя в этой жизни. Нужно пытаться зайти за горизонты нового, не бояться идти, найти свой корабль, который вас отправит уже в вашу Америку и позволит вам, возможно, открыть новый континент своих знаний. Большое спасибо. Спасибо огромное. Андрей Жуков, наши уважаемые коллеги, члены диссертационного совета, аплодисменты. Илья, как вы думаете, как справился сейчас Андрей Жуков со своей вполне себе серьезной предзащитой? Отлично. Отлично. Спасибо. То есть у членов совета нет замечаний. И черных шаров вы ему не кинете. После эфира. Не кину. Да. После эфира. Да. Отлично. Спасибо большое. Андрей, да. Ну, последний вопрос. Конечно. Я сказал, ты человек из ЦОДА. Центр одаренных детей. Вот слушай, спустя годы, да? Ну, немного на самом деле лет прошло, всего-то прошло, наверное, лет 9, да? Да? А вообще, ты когда смотришь назад на себя, вот ты одаренный ребенок, сейчас ты молодой человек. Не растратил ли ты свой потенциал одаренности? Я думаю, здесь больше к терминологии, потому что ЦОД, как учреждение, оно позволяет определить талант в человеке и заставляет тебя его развивать. То есть нас зачастую ставили в достаточно экстремальные условия, которые заставляли нас думать, которые заставляли нас принимать необычные решения, необычные пути, подходы. И этот навык, который позволяет во многих отраслях жизни, и я думаю, он остается достаточно хорошо, его закрепляют очень сильно. Ну, если ЦОД в этой связи, продолжая твою мысль, был местом тренировки возможных ситуаций, то компания «Росатом» стала твоей поляной применения новых и неожиданных знаний. Я думаю, и это в том числе, однако «Росатом» также позволяет и… Ну, он также ставит в экстремальные задачи и условия достаточно большие, которые мы должны решить, как для пользы общества, так и для целом для отрасли.
Поэтому, я думаю, это обучение продолжается до сих пор. Отлично. Итак, уважаемые коллеги, я подчеркну, это был Андрей Жуков из ЦОДА, который выпустился из ЦОДА Нижегородской области, но сейчас живет и работает в ЦОДе, который называется «Страна Росатом». Ваши аплодисменты. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. И, коллеги, продолжайте голосовать. Мы скоро вернемся к вашим ответам, а я приглашаю в нашу студию Марию Крылову. Итак, у нас девушка. У нас немного девушек в нашей такой сложной мужской аудитории, но не потому, что в науке Росатома их мало. Их очень много. Сегодня стали лучше. Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Мария Крылова. Я научный сотрудник Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Андрея Анатольевича Бочвара. Я спикер, так же, как и вы, оказалась здесь с одной стороны случайно, а с другой стороны нет, для того, чтобы вам рассказать, что же представляет собой деятельность научного сотрудника в атомной отрасли. 10 лет назад я тоже выбирала то направление, в котором идти. И мне повезло, я встретила талантливого преподавателя, педагога Дергунову Лену Александровну. И она меня вдохновила и просто влюбила в направление, то, которое я сейчас занимаюсь. Материаловедение низкотемпературных сверхпроводников. Вы, наверное, спросите, а что же такое? Что же такое работать в атомной отрасли молодому научному сотруднику? Конечно же, я не знаю, что же происходит во всей отрасли, на других предприятиях. Я вам расскажу, наверное, со своей стороны. Это интересно. Мне повезло, что, в общем-то, это направление, мое предприятие, мое отделение, оно дало уникальную возможность, уникальный опыт работать на предприятиях Росатома. То есть мы постоянно ездим в командировки на Чепецкий механический завод. За 10 лет я, наверное, в общей сложности там без перерыва, можно сказать, год пробыла. Да? Многие сотрудники у нас и года по 3 пребывают. То есть это уникальный опыт работы на технологическом оборудовании, от плавильного оборудования, волочильных станов, прессов, прокатных станов до аналитического оборудования. То есть мы материал получаем и изучаем его на своем предприятии. То есть это всевозможные виды анализа, это электронный растровый микроскоп, просвечивающий растровый микроскоп и твердомеры, ну все, что связано с материаловедением. Что еще могу сказать? Что это возможность сотрудничества с международными организациями. У нас такая специфика деятельности по сверхпроводникам, что мы в основном сотрудничаем с ЦЕРНом, с ИТЕРом, со всеми международными организациями. У нас большой опыт поставки сверхпроводников в ЦЕРН, то есть мы за 5 лет поставили порядка 200 тонн одних из лучших сверхпроводников в мире. И сейчас сотрудничаем с Большим адронным коллайдером. Он сейчас проходит этап модернизации, 200-единый. Это HLHC, коллайдер высокой светимости, и FCC, Future Circle Collider. Мы тоже для них поставляем сверхпроводники нового поколения. И это здорово, это всегда какой-то вызов, это какой-то прорыв, то есть нет каких-то проторенных решений. Каждый день мы собираемся и обдумываем, как же нам получить сверхпроводники, которые хочет иностранный заказчик. Как же это все совместить, потому что свойства, они, в общем-то, во многом противоречат друг другу, и приходится проделывать целую дорогу для того, чтобы их достичь. Что мне еще хочется сказать? Каждый год мы проходим анкетирование, в общем, нас спрашивают, а рекомендуете ли вы работу в атомной отрасли своим друзьям и знакомым? Я от всей души рекомендую это направление, потому что научное направление – это гарантия того, что ваша жизнь перестанет быть скучной и неинтересной, пустой. У вас всегда будет голова забита и в выходные, и в свой отпуск. А как же сделать этот, ну, в моем случае, как же сделать этот сверхпроводник? Я знаю, как и Эдисон, 1001 способ, как не надо делать сверхпроводник и как не надо его отжигать и так далее. В конце каждого выступления есть определенный месседж. У меня для вас
три основных тезиса. Первое, если у вас есть определенные способности, наклонности к инженерной научной деятельности, обязательно это реализовывайте. То есть это просто, то есть постоянный рост, постоянный уникальный опыт, это интересно. Второе, это Росатом, как отрасль, она дает эту возможность самореализовываться, дает эту возможность путешествовать по различным странам, по конференциям, сотрудничать с иностранными коллегами, ну, в моем случае. И третье, я действительно горжусь тем, что я работаю в атомной отрасли, небольшая история, глубокие традиции, и я рада, что я тоже вношу свой небольшой вклад в ее развитие, чего и вам от души желаю. Да. Спасибо большое, Мария Крылова. Маш, а у меня к тебе вот какой вопрос. Спасибо. Видишь, наш большой диссертационный совет заслушался, ты его по-хорошему убаюкала, вдохновила, и это правильно, потому что когда засыпаешь, мысли очищаются, остается главное. Маш, скажи, пожалуйста, а тебя никогда не удивляло? Вот какая штука, что, и здесь это проявляется, что вообще почти все наши спикеры постоянно говорят о том, что они сами развивали вот те свои самые любимые предметы, свои самые интересные увлечения, да? И каким-то неожиданным образом эти увлечения и предметы стали вообще таким колоссальным карьерным подиумом. Да? Да. И ты дальше продолжаешь об этом говорить ребятам, о том, что очень важно это из себя всегда извлекать, анализировать. Маша, ты знаешь, что у японских ученых еще в середине 20 века было такое очень интересное понятие, как персонализация способностей. Персонализация способностей – это управленческий прием, когда руководитель компании назначает человека не на должность, а придумывает человеку должность, исходя из того, какое его увлечение или профессиональное, или личное, или преимущество дает максимальный рывок. Не слышала, но здорово, мне нравится. А да. Вот не кажется ли тебе, что наши сегодня спикеры почти все об этом говорят? Да, да. То есть главное, наверное, вот это что-то поймать, свою вот эту волну и по ней идти, да. Да, но есть другая сторона, понимаешь? Дело в том, что можно ходить по волне, но не встретить тех больших партнеров, кораблей, парусников, которые возьмут тебя с собой и разрешат тебе в этой компании быть ровно тем, кем ты являешься. И вот в этой связи скажи, пожалуйста, а эта практика, когда вы, как молодые ученые, воплощаете все свое самое интересное и лучшее. Это норма для компании «Росатом» или это просто случайное исключение в ваших случаях? Я думаю, что это должно быть нормой. Это есть норма, и это должно быть нормой, чтобы от каждого сотрудника вытащить самое лучшее, на что он способен. Отлично, спасибо большое. Коллеги, я желаю вам каждому знать, чем лучшим вы располагаете каждый, как каждый из наших спикеров. И самое главное понимать, что в Российской Федерации есть такая компания, которая знает, как правильно применить все самое лучшее с пользой для самого человека, с пользой для автора. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо, Мария. А я хочу сказать, что мы медленно движемся к финалу. Мы удивительно работаем в тайминге, поэтому, уважаемые коллеги, все-таки у ученых есть важное преимущество. Вы в бессознанке держите тайминг. Это ценно, это очень важная квалификация или важный soft skills. А я хочу пригласить на нашу сцену финального спикера сегодняшней встречи. Это Егор Данилов. Человек, который дает много разных образов. Егор, добро пожаловать. Когда мы познакомились с Егором в Зуме, я сказал, что Егор производит впечатление либерала-разночинца, демократа середины 19 века. Итак, добро пожаловать, Егор. Раскрывайте тайны, кто вы. Ну, я бороду сбрил, поэтому видите, я пошел вам навстречу. Да, здравствуйте, коллеги, еще раз. Я работаю в лаборатории синтеза исследования новых материалов, нейграфит, и наш коллектив занимается широким спектром проблем получения исследования структуры и свойств неметаллических композиционных материалов, преимущественно для электроники, но на самом деле в очень широком спектре областей применения. В целом мы делаем материалы, ну, если мы считаем их интересными, любопытными, или если у нас просто получается, исходя из наших каких-то предпосылок, сделать интересный материал. В Росатом
меня занесло, хотя когда вот мы с Сергеем разговаривали до, он пытался сказать мне, что все это не случайно. Вот. Я все-таки думаю, что это не совсем так. Ну, я в свое время родился, да, научился играть, говорить, читать, писать. В принципе, больше ничему особо с тех пор я не научился. Потом пошел в школу. К науке и к исследованию мира вокруг я достаточно рано почувствовал тягу. Да, началось вот все с курицы и избушки. В каком-то возрасте меня потрясло, насколько вот кусок вареной курицы и осколок бревна какого-то на горке детской, у нас была большая деревянная такая горка с избушкой наверху во дворе в свое время, они похожи, они вот состоят из таких вот прям очень похожих волокон. Это прям началась история, это я везде искал, что же еще состоит из волоконец. У меня была теория, что все состоит вот из неких волокон, только волокна могут быть разными, и способы их укладки могут быть разными. Я быстро разочаровался. Вот. Потом я читал какую-то книжку, где были даны элементы теории вероятности. Я считал счастливые билетики, я считал вероятность падения кирпича с крыши здания. Я считал все, что пытался оценить вероятность всего, что только было возможно. Еще позже я перешел к экспериментам. Первая серия была проведена на стройке с использованием карбида. Повторять не советую. Значит... Ну, а потом наступил ранний переходный возраст. Меня мягко подталкивали к тому, чтобы сделать выбор между занятиями, связанными с искусством, либо пойти в Суворовское училище. Я пошел не туда и не туда. Я пошел в физико-математический класс, и это была сильная школа, и нас там хорошо готовили, прям, чтобы мы шли по специальности математика. Не сработало. Вот. Я пошел на химическую специальность, поступил в РХТУ имени Менделеева. И там довольно быстро, во многом благодаря своему научному руководителю, почти с начала моего обучения в лаборатории Юрию Владимировичу, человеку вообще там с невероятным вкусом к постановке хорошего эксперимента, я так медленно, но верно перестал себя чувствовать комфортно, в основном где-то за пределами лаборатории. Университет я закончил, после этого хотел уехать учиться за границу, очень сильное у меня было желание, и причем чуть-чуть поменять специальность. Специальность я не поменял, я прям пошел заниматься тем, вот как у меня в дипломе это написано, в отраслевой отечественный научно-исследовательский институт, это как раз был не графит. Вот. Какое-то время параллельно с обучением я подрабатывал там переводчиком, но в основном вот я работал в лаборатории. Пришел я тогда в отдел Владимира Марковича, тоже замечательного научного руководителя, и там мне, наверное, дали три вещи, которые... Ну, за которые прям навсегда спасибо, которые мне позволяют себя чувствовать в науке комфортно до сих пор. Это, во-первых, ощущение как бы работы как радости. То есть это вот всегда какая-то игра. Давайте попробуем то, давайте попробуем все. Это невероятно здорово. Ощущение коллектива, потому что все-таки в лаборатории приходится проводить очень много времени, и научный коллектив — это не совсем просто коллеги по работе. Ты пришел, отрубил смену, там ушел. Это почти семья. С ними приходится, ну или не приходится, получая удовольствие проводить максимум времени. Поэтому вот этот вот комфорт в коллективе — это очень важно. И третье — это свобода вести собственную работу, свобода что-то пробовать и самому ошибаться. Я ошибок наделал исследовательских какое-то гигантское количество во всех, наверное, испробованных областях знания и в междисциплинарных областях на границе различных разделов науки. Вот, потому что, да, я много где попробовал себя, работал в различных коллективах. С 18 лет у меня профессиональный научный стаж. Я занимался сначала тонким органическим синтезом соединений для борнейтронно-захватной терапии рака, потом химическими волокнами, которые там для того, чтобы их потом перерабатывать в углеродные волокна. Дальше был синтез нанотрубок и композитов на их основе. Ну и потом вот в НИИ «Графит», когда я уже пришел, наша группа, наш отдел занимался графеновыми технологиями, композиционными материалами для электроники, для специальной техники, для медицины, пьезоматериалами. В общем-то, много чем пришлось позаниматься, и до сих пор я много чем разнообразным стараюсь заниматься. Почему я
продолжаю работать, да, и планирую в ближайшее время продолжать работать в институте вот, Росатомовском, в котором я и сейчас являюсь сотрудником. Первое, основное вообще – это молодежь, вот, потому что молодые специалисты, студенты, школьники даже к нам в лабораторию приходят на практику по программе стажировок, просто выполнять квалификационные работы. Они от общения с ними, от совместного труда с ними просто невероятное удовольствие получаешь. Ну и судя по тому, что большая их часть потом хочет и просится, чтобы остаться как-то в лаборатории участвовать, я думаю, что эти усилия не напрасны. Вот, и попытки вот донести, что наука — это, конечно, очень трудно, но это невероятно интересная область деятельности, они вот не зря. Второе — это наличие больших, интересных и крупных проектов. Я о текущих, наверное, проектах, которые уже там либо завершены, либо с ними нам с точки зрения фундаментальной все понятно, рассказывать не буду, а я расскажу о той работе, которая у нас только сейчас начата. Это моя прям персональная любовь. Мы делаем проект по оптимизации микрогеометрии композиционных материалов и как от них зависят теплофизические свойства. Такие материалы вообще нужны для того, чтобы современные системы теплоотвода в электронике все более производительные делать, и для того, чтобы в космической технике тоже они применяются. Значит, в чем моя прям тяга к этой работе? Во-первых, это теснейшая связь теории и практики, потому что очень много чего мы моделируем, очень много что мы можем расчетным путем определить. Мы можем также и в лаборатории в той же самой синтезировать и мгновенно там померить, оценить, насколько верны наши гипотезы и наши предпосылки. Ну и другая любовь моя к этой работе, она связана с тем, что это продолжение моих теоретизирований с 3-4-летнего возраста, потому что то же самое мы и делаем. Мы берем, грубо говоря, маленькие там волоконцы или кирпичики, по-разному их укладываем, и мы смотрим, как кардинально меняются свойства от этого способа укладки. Вот, поэтому я очень люблю, на самом деле, свою работу. Я буду стараться продолжать совершать максимальное количество ошибок и думаю, что это принесет в конечном итоге какой-то прогресс в ту область, в которой я работаю. Молодые сотрудники и студенты, что бы им пожелать? Ну, если вот совсем коротко и строго по науке, то больше верить в свои идеи и в свой путь, больше сомневаться в своих результатах и в своих методах, и всегда помнить, что наука — это занятие коллективное. Вот. Поэтому надо невероятно ценить помощь, надо понимать, что та часть работы, которую ты непосредственно выполняешь, это всегда только часть чего-то большего, и что за тобой всегда стоит твоя научная группа, твой институт, твоя в данном случае корпорация и в целом дальше мировое научное сообщество. Я думаю, вот многие ребята 19-летние не уверены в том, надо ли им идти. Это все или не все? Все. Надо ли им идти в науку или не надо? Это вопрос очень серьезный на самом деле, потому что большая часть тех людей, которые в науку придут, они не попадут сразу на такую хлебную тему, богатую на результаты. Это придется иногда 5, иногда 10, иногда 50 лет вообще трудиться, учиться и еще раз трудиться для того, чтобы четких прикладных результатов все равно на выходе не иметь. Но не надо, на самом деле, мне кажется, так вопрос и ставить. Потому что наука — это же не только развитие там современных технологий, там, в частности, повышение эффективности энергетики. Это не только повышение там среднего уровня жизни людей на Земле. Это в первую очередь часть культуры, это интереснейшая часть современной культуры человечества, потому что наука — это про знания и про попытки объяснить и жить в мире с окружающим нас миром, исходя из минимального количества, наверное, предпосылок. Вот. Первая основная — это, наверное, вера во всепобеждающую силу человеческого разума, как это высокопарно бы ни звучало. Поэтому всем я, безусловно, желаю верить в свои идеи, верить в свой путь, ценить людей вокруг вас и побольше сомневаться, потому что критика — это первое и главное условие для того, чтобы докапываться до истины.
Это Егор Спасибо. Данилов и ваши аплодисменты. Егор, а у меня к тебе вот какой важный вопрос. У тебя был выбор между военным училищем и консерваторией. А скажи, пожалуйста, какое ты нам сейчас сыграл классическое произведение ты сейчас нам сыграл? Оно очень точно соответствовало твоему тезису о том, что любите и сомневайтесь. Какую пьесу ты нам сейчас сыграл, Егор, из твоих любимых музыкальных произведений? Не, я не знаю, я в основном на самом деле люблю музыку более, ну, вы знаете как? Ну, Шопен — это вообще номер один. Отлично. Но я не знаю, что бы я сейчас сыграл, а ваше предположение, мне кажется, да, что очень близко к Шопену. Хотя, конечно, иногда Грик с вот этим вот замечательными троллями, выходящими из леса и уходящими обратно, он здесь появлялся. Поэтому я тебя искренне благодарю. В моем представлении 20 ноктюрн, но я не знаю, как это смотрелось в итоге. Отлично. Спасибо тебе огромное. Аплодисменты тебе еще раз. И, дорогие мои коллеги, присаживайся, пожалуйста, Егор. Мои уважаемые коллеги, вот сегодня наш будущий диссертационный совет вообще-то как бы свою работу выполнил. Коллеги, у меня вопрос к вам. Первый и очень простой. Как вы себя чувствуете? Отлично. Прекрасно. Здорово. А как себя чувствует тот, кто защищается? Волнительно, наверное. Волнительно, наверное. Да. Поэтому, когда вы будете людьми, сидящими в советах, помните о том, что и вы тоже когда-то трепетали, волновались, играли Шопена и Грига одновременно, но при этом все это называлось «большая наука». И были те люди, которые снизошли, понимая, какие чувства и волнения вы переживаете, но увидели самое главное, увидели любовь, которую вы испытываете к своему предмету, и увидели вашу увлеченность, которая дает гарантию. Дорогие мои коллеги-слушатели, дело в том, что сегодня кто-то из наших спикеров, простите, не успел зафиксировать, сказал, Илья, что на самом деле большинство научных открытий в мире делается молодыми людьми в возрасте до 28 лет. Это действительно подтвержденная статистика. А все остальное время ученые шлифуют, совершенствуют те свои гениальные идеи, которые они когда-то, может быть, совершенно интуитивно для себя восприняли или вытащили их из чужих книг и мыслей, но дальше они их совершенствуют и развивают. И поэтому очень важно, чтобы любовь, которой располагает каждый ученый к своему предмету, она была вдохновенной. Потому что, дорогие мои товарищи ученые, только она является гарантией достижения. Причем без ожидания встречной награды. О чем нам, собственно, и сказал в своей противоречивой пьесе Егор Данилов. Награда к ученому может, конечно, прийти в виде хорошей заработной платы в достойной компании, в виде хорошего научного гранта, в виде очень хороших ресурсов, которые дают сегодня много-много-много таких компаний, поисковиков, пылесосов, которые ищут по всему миру самых крутых ученых. Но, дорогие мои, почитайте самых интересных молодых дерзких ученых, которые сегодня путешествуют по миру. Они все пишут об одном. Мир рыночной экономики неприлично жесток. Он использует ресурс молодого ученого для того, чтобы создать какое-то технологическое решение, использовать его для того, чтобы решить свою бизнес-задачу, а потенциал ученого всегда больше. И поэтому, когда я сегодня Машу осторожно спрашивал, а в компании Росатом это норма, когда персонификация способностей является способом карьерного развития человека, и Маша сказала «да», но это нужно делать еще более нормой. Я надеялся, и сейчас я искренне в это верю, что вы находитесь и работаете в той компании, для которой применение потенциала ученых – это не есть решение локальных задач. Это действительно создание той мощнейшей преимущественной среды, которая будет питать и вас, и всех тех, кто будет пользоваться плодами компании «Росатом» в своей ежедневной жизни. Поэтому вам огромное спасибо. А сейчас давайте вернемся к нашей аудитории и узнаем, а что она на самом деле, во-первых, думает про свои будущие профессии, и поэтому есть повод понять, мы как-то повлияли на размышления наших коллег в студиях, да? И самое главное, а что знает из интересных фактов, про которые мы вчера с вами договаривались, наши уважаемые коллеги. Итак, уважаемые коллеги-операторы, будьте добры, нам бы сейчас увидеть, кем будут наши уважаемые коллеги. Ну что, мне кажется, вы должны быть спокойны, уважаемые коллеги ученые. Инженер, химик, ядерщик, руководитель здесь собрались в одной компании. Да, там есть несколько ученых. Есть даже, видимо, несколько нобелевских лауреатов. Но обратите внимание, все-таки инженер доминирует. Ребята,
Алена сегодня начинала с того, что она инженер. Но Алена не рассказала о том, какие у нее мощные планы по защите кандидатской и докторской. Это при следующей встрече. Поэтому инженер в Росатоме – это не просто технологическая единица номер один. Это человек, который всегда двигает науку и технологии. И второй слайд, пожалуйста, будьте добры. Что же вы знаете, уважаемые коллеги, а знаете ли вы что? И мы сейчас увидим, как вы относитесь к тем фактам, о которых знают наши коллеги. Слушайте, какой интересный разброс мнений. Мы спрашивали с вами, да, коллег, а можем ли мы подойти с нашими коллегами ближе к экрану? Я сейчас спрашиваю наших уважаемых операторов, режиссеров, не нарушим ли мы вам картинку, если мы выйдем ближе к сцене? Дайте нам, пожалуйста, сигнал, ибо нам было бы интереснее поставить вот там. Можем? Кивните или не можем? Потому что это было бы чудесно, если бы мы вышли поближе и увидели. Итак, обратите внимание, ребят, на самом деле те факты, которые вы задали нашим уважаемым слушателям, в достаточной степени известны. И это интересно. Но, дорогие наши коллеги, интересно и другое, что носителями вот этих уникальных фактов являются сидящие перед вами уважаемые коллеги, которые каждый сегодня подарил часть своего понимания мира атомной науки вам. И каждый из нас хотел бы, чтобы вы, соприкоснувшись с этим миром, испытывали такие же вдохновенные чувства и впечатления, что и мы. Нам не дал режиссер отмашки выходить на сцену, потому что мы можем с вами испортить картинку. Поэтому я очень прошу, мои уважаемые коллеги-режиссеры, наши сегодня главные герои на сцене. И я предлагаю им поаплодировать, потому что вы сегодня героически справились с важнейшей задачей. Вы распаковали атомную науку для уважаемых коллег-студентов, и ваш диссертационный совет начинает свою работу. Поэтому, дорогие коллеги, искренние слова благодарности. Мария Крылова, Илья Иванов, Андрей Жуков, Егор Данилов и Алена Акшанова. Я искренне рад был, коллеги, с вами познакомиться и надеюсь, что мы будем еще в жизни встречаться с вашими великими научными открытиями и с нашими уже старческими размышлениями о том, насколько они велики. Спасибо. Но есть важная информация для вас, уважаемые коллеги-студенты. Дело в том, что у вас тоже есть такая же возможность, как и у наших коллег в студии, оказаться здесь, на этой сцене, если вы зайдете на страничку в социальных сетях «Карьера в Росатоме» и примете участие в конкурсе «Атомтолк студент». Для этого нужно выбрать номинацию, которая интересует вас более всего, и подготовить свое видео-выступление, отправить его в социальных сетях, и тогда у двух счастливчиков уже в конце октября будет возможность выступать на большой федеральной сцене «Атомтолк» компании «Росатом», а еще у двух будет возможность представить себя и свои амбиции на ежегодной международной глобальной выставке «Атом-экспо» в городе Сочи. Поэтому, ребят, у вас точно так же есть шанс оказаться здесь среди дерзких, умных и великих. Я искренне всех благодарю за сегодняшнее удовольствие общения с миром большой науки и чудесными людьми, которые ее представляют. Вам всем всего доброго. Меня зовут Сергей Гиль, и это был Атом Толкс. Не забудьте, Росатому 75. Ему есть чем гордиться, и самое главное, он находится в надежных руках. Спасибо, всем всего доброго.